Платите за квартиру все больше, а услуги все хуже? Наши финансовые проблемы всем до лампочки. ЕРЦ и МФЦ берут до 21% за свои услуги. Как нас ставят на счетчик и накручивают счета за электроэнергию? И в чей карман утекают наши деньги за воду? Наша бедность – это роскошь в мелочах. Самая полезная программа в субботу в 11:30 на РЕН-ТВ.